Здравствуйте. Хочу сегодня рассказать вам об одном методе, как можно декорировать, в принципе, все, что угодно, все, что вам понравится, очень интересным таким способом. Смотрите, наш способ будет основан на том, что у нас должна быть, во-первых, емкость с водой. Если у вас нету такой емкости, которую потом, ну, в принципе, не жалко выкинуть, то воспользуйтесь вот так вот, как я, обычный картонный коробок. Вот коробок картонный. Я его застелила клеенкой и налила сюда воды. Мне на мои работы хватит, а потом я эту клеенку выбрасываю. Ну и так давайте приступим. Этот метод я и мой муж открыли для себя в 80-х годах. И, надо сказать, мы, в принципе, им, в общем-то, успешно пользуемся, когда нам надо. Смотрите, нам нужна вода, коробок и масляные краски. Именно масляные. Масляные, в принципе, любые. Вот, смотрите, я взяла вот такая краска. Уж не знаю, видно или нет. Сейчас такое солнце, я не могу видеть, что я снимаю, но будем ориентироваться на то, что вижу. Смотрите, краска основа. Вот у меня на сегодняшний день это черная краска. Я ее чуть-чуть развела бензином. Остальные краски я не развожу. Ну и вот, смотрите, что мы делаем. То есть часть краски у нас тонет, часть краски остается на поверхности. Теперь добавляем мы, допустим, сюда, ну вот у меня здесь красивая красная красочка. И мы ее вот так разбавляем с красной. Так, а давайте еще черненькой, потому что как-то так получилось много красной, мало черной. Теперь мы берем, вот как я делала еще в советские времена, когда не было обоев, берем лист, вот лист в данном случае для принтера, ложим и снимаем. Ну, можно где не докрасилось, можно докрасить. Ну и вот смотрите, какая получается штука. Сохнет оно очень быстро, буквально 10-15 минут высыхает краска. И вот таким образом я в свое время оклеила, ну, в своей, так сказать, советской жизни коридор и подсобные помещения, какие там у меня были. Так, ну давайте еще добавим красочки. Не жалеть надо, это я, конечно, сэкономила, будем говорить так. Так, ну давайте сейчас добавим зелененькое, чтобы оно у нас было что-то по-другому. Ну вот. И поднимаем. Вот такие вот получаются разводы. Так, местечко, где не докрасилось, там не страшно. Можем окунуть еще раз. Рисунок получается еще более интересный. Вот, смотрите, пожалуйста. Мы развели вот так красочку, мы берем лист бумаги. И посмотрите, какая прелесть получается. Эта бумага сохнет буквально 10-15 минут. И можно отделывать. Вот посмотрите, это внутренняя стенка моего шкафа. Это чем хороша эта штука, эти обои, которые... Вот им уже то лет 10, наверное, больше. Во-первых, смотрится красиво. Во-вторых, они, как бы сказать, не стираются совершенно. Потому что, ну, считайте, что покрашена масляной краской. И каждая бумажка, конечно, красива и неповторима по-своему.